Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Андрей Никель, и мы вновь играем в эту замечательную игру Outlast, которая понравилась очень многим на моем канале. Как видите, начинаем с того же места, на котором закончили. И я думаю, что можно идти дальше, с вашего позволения, конечно. Так, сейчас так припрыгиваю, но мне уже становится жутко из-за этой атмосферы. Воу-воу-воу. Осторожненько. Это тот чувак, который хавал там. Нужно отсюда по-быстрому сваливать. Твою мать! А как он вылез снизу оттуда? Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Мать твою, какой же он страшный. Сюда, куда, куда? Ай, блин, пленка. Ебаная пленка. А, ничего не вижу. А, я бегу с тела, мать твою. Скрываем. Мы вернулись оттуда, откуда пришли. Блять. Не знаю, что делать. Где? Отлично, 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 отлично. Скрываем. Я все двери буду закрывать теперь. Господи, какой же он страшный. Я немножко усилил звук, не знаю, сделал я это правильно или нет. Потому что меня, может быть, не слышно из-за всех этих эффектов. Так, я надо так половину сюда. Воу, парень. Воу, чувак, успокойся. Не знаю, почему у меня субтитры стали на резко на английском. Может, это... Блин, какой-то баг. Но если что, я поставлю на паузу и зайду. Валим отсюда. Просто валим. Так, у него что, ключ? Я так полагаю, от той двери, но возвращаться мне туда совершенно не хочется. Может, здесь есть какой-нибудь проход? Короткий? Думаю, нет. Здесь можно прятаться, но я пока еще не понимаю, от кого. Давайте пойдем, пока нам позволяют идти. Думаю, стоит. Так, это... Да, мы пошли. Секунду, это не... Нет, не то. Я уж подумал, что мы прошли за ту дверь, но это было бы странно. А. Так, ладно, я пока разбираюсь, где я и все еще. Ну, проходи ты. Видимо, мы идем на правильном пути, потому что тут сохранилось. Ой, это тот парень, тот парень. Валим, 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 валим. А сюда мы сюда прыгнем, а нет, здесь стол есть. Ты залазь, чё ты так крыль лезешь-то? Ух, так, открываем ключ, спалим оттуда. Совершенно не хочется знакомиться с этим парнем. Фух. Признаться честно, то... Меня уже трясло даже при монтаже, когда я монтировал эту игру первой серии, меня все еще трясло. Такая она не страшная. Не знаю, может кто-то отлично переносит такие игры, но... Мне это не получается, тем более одно дело смотреть летсплей, а другое дело играть. Совершенно разные вещи. Что тут у нас? Моторить что ли? Ничего не происходит. Ну да ладно, пойдем. Твою мать! О, нет, чувак! Скидывай его! Я не знаю, я жму все что угодно! Нет, 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 чувак, только не в огонь! О, нет, нет, как мне отсюда выбраться? Блин, пей его, пей! Пей, мать его, пей! Жикарный канатон. Давай, давай, дружище. Выбрались из этого ада. Надо бежать. Ах, ничего не вижу. Куда? Просто закроем дверь. Ящики, есть ящики. Я просто посижу здесь, дорогие друзья. Я уже не хочу никуда идти абсолютно. Ну,
по всей видимости, не нужно это сделать. Здесь нет никакой канализации. Нет, по всей видимости, нужно уходить. Я буду делать их осторожно. Обзор никого. Ох, мать его, не хочу знать, что происходит. Просто не хочу. Выход, выход, прошу тебя, выход. Видимо, мне придется еще здесь остаться. Но я все-таки выберусь. Да. И что же мне здесь делать? Здесь ничего не открывается. Скоро надо поменять батарейку и... И пока я, пожалуй, сканую до конца. Так, видимо, все-таки придется залезть сюда. Парень прилег отдохнуть. Пожалуй, оставлю его, не буду трогать. И что же мне здесь делать? Ничего здесь не делается. Ой, я об этот огонь обжегся. А туда я ходил? Нет. По-моему, ходил. Вот еще какая-то дверь, которую я не заметил. А это туда прям? Ой, осторожно. Нет, нет, я не хочу туда смотреть на ночь. Ой. Что-то меня понесло не туда. Я чувствую, скоро будет какой-нибудь скример. Так, нужно запомнить, что здесь можно спрятаться. О, батарейка. Меняем, пожалуй, и... Так будет намного лучше. Так, и что мне, собственно, делать здесь? Так, я не понял. Прятаться, может, какой-нибудь скрипт сработает и... Нет, я думаю, что никто не будет. Хм, здесь ничего, дорогие друзья. Физиономию этого парня. О, досье. Так, дорогие друзья, вы просили не читать все это, так что для тех, кому интересно, я буду открывать и ставить паузы здесь, ну а на записи вырезать просто это, и кому интересно, те почитают, короче. Ну и так как мне тоже интересно, я, пожалуй, почитаю. Так, дорогие друзья, я ходил достаточно много и все-таки понял, кажется, куда нужно идти. Это, наверное, запрыгну здесь. Бывают же секреты небольшие. Наверное, такие моменты я буду вырезать, чтобы там не смотрели вы по 5 минут, как я туплю. Не знаю, что делать. Так, дальше прыгаем здесь. Так. Куда же это нас приведет? Похоже, наверх. Только как туда мне запрыгнуть, я тоже нужно знать. Он может ходить? Да, он может. Это хорошо, на самом деле. Вон там парень тот перелёг лежать. Да, какая же всё-таки страшная игра, на самом деле, дорогие друзья. Вы можете отписать. Не нравится мне этот шум. О, нет, нас снова начинает штырить. Трейка. Помешает внутрейка. Надо бы звук потише сделать, дорогие друзья. Вот так, мне кажется, намного лучше будет, а то я боюсь, что меня заглушают звуки в игре. Так, сейчас. Прыгаем. Вот мне еще не сломали. Нужно продолжать путь. Вот вам кажется, вам, наверное, что смотреть летсплей, что вообще не страшно, а вот сидеть и играть совсем другое, на самом деле. Давайте сначала пойдем сюда. Мне нравится сначала ходить в темные места. Мне кажется, что здесь все будет отлично. В темных местах всегда все хорошо. Вот батарейка. Надо поменять, кстати. Да, батарейка лежит. Сильно парни ничего нельзя делать. Вот я же говорил, что в темных местах всегда все хорошо. А вот светлых, я думаю, мне не особо повезет.
О, нет, я слышу пиво этого чувака, и я не хочу идти. Вон там. Где-то, мать его, там. Ждет меня. Он-то думает, что я, наверное, уже зажарился там. Ну, как бы не так. Не нравится мне три портрета в одном месте. Точно психушка? Тут еще стал ставить три портрета в одно место. Все, ребят, я... О, нет, они бегут. Пора сваливать отсюда. Пора, мать его, сваливать. Мне это уже не нравится. О, нет, 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 чувак. Просто, я не знаю, может это сделать меня неуязвимым. О, нет, это далеко не сделает меня неуязвимым. Бежим. Валим отсюда, валим, валим. Это тот еще маньяк. Закрыто. Да нет, все, хватит. Хватит ее открывать по 5 минут. Еще нет, там туда не залезть. Отлично, сваливаем. Перепрыгиваем через все просто. Фух. Так, куда идти? Куда? Дверь слишком приоткрыта. Нет, все нормально, я думал, какой-нибудь скример тут был. Так, все, нужно успокоиться и понять, куда идти. Тут парень, наверное, все еще бежит. Дверь, дверь, дверь. Так, поспокойнее, дорогие друзья. Можно сосредоточиться и понять, куда же мне бежать. Здесь я опять не залипнем на минут 5. Так, на эти штуки он не прыгает. Зеленый. И... Может, на это? Нет. Что ж ты мне делать? Дверь закрыта вроде. Может, где-то здесь валяется ключ? Хотя, от чего ключ? Ладно, может, мне на самом деле сюда не надо. Может, здесь есть... Да, другая дверь. Отлично, не придется вылезать, только что я осторожнее приоткрою, не люблю приоткрытые двери и туалеты, я просто закрою, я просто не вижу туалет. Ой, мать твою. Нет, парень, знаешь, я делаю то, что делаешь, я мешать не буду. Ах, там заметка была, делаем то же, что и с документами, на самом деле. Какие милые писсуары, правда ли? Ну и на этой нотке мы продолжаем. Там парень поет другого чувака не очень чистой водой, но мне, в принципе, плевать. Я просто хочу свалить отсюда. Но как это сделать? Каким предлогом? Свобода. А! Короче, дорогие друзья, я так тупил из-за того, что не увидел просто эту херню. Я думаю, никто здесь долго не останавливался, но мне пришлось. Так, давайте побежим сразу сюда. Да, здесь батарейка. И это хорошо. Не хочу туда идти. Не знаю, почему мне это не нравится. Пойдемте лучше сюда. Ой, я побежал мимо газа, и он мне... Не нанес никакой дамаг, я думал, что они бьются. Не знаю, как я здесь оказался, но ладно. Чувак, не знаю, как. Я понимаю, но чувак, вообще не понимаю, как. Включите газ, я понятия не имею, как здесь включать газ. Дверь не открылась. Что, собственно говоря, мне делать? Как мне газ-то отключить? Парню, видимо, уже не помочь. Нет, ну действительно, я понятия не имею. С этих времен, дорогие друзья, я вообще ненавижу пленку, потому что здесь не увидеть проходов. Не знаю, то ли сейчас 3 часа, и я еще сонный, либо что, но не вижу абсолютно проходов. Вы уж извините за то, что я буду вырезать постоянно такие моменты. Так, опять затуп. А, нет, вот. Отлично. Давайте сразу пойдем в темное помещение, как мы и хотели. Точнее, не как мы и хотели, а как всегда я делаю. Мне кажется, что в темных помещениях более безопасно, чем в светлых.
А может и нет. Да, у чувака явно лучшие времена. Ладно, удачи тебе в том, что ты делаешь, парень. Я, пожалуй, свалю. Свалю я вот таким вот способом. Не сразу заметил эту штуку. Ладно. Парень по-прежнему тупеет. На глазах. Так, блин. По всей видимости, мне сюда. Надо было идти светлое, там, скорее всего, батарейка лежала. Но у меня вроде в запасе еще 3 штуки есть, так что... Мне, по сути, она не нужна. Здесь что-нибудь интересное у нас есть? Ага. Будем знать, что можно прятаться под кроватью. Будем знать, где. Оставлю эту дверь открытой, пожалуй. Открываем. Нет, нет. Окей. Здесь случайно... Ага! Как я быстро это все понял. Не понял. Нет, все-таки понял. Мне всегда кажется, что когда он убирает так камеру... Ой. Ясно. Хотя я никуда прыгнул. Мне всегда кажется, что он когда так убирает камеру, я поднимусь, там будет какой-нибудь скример. Когда он возьмет эту камеру. Но этого не бывает. Странно. Видимо, это еще ждет меня. И что, собственно, я, получается, из этой комнаты перелез то? Это, видимо, надо будет так потом сваливать. Значит, за мной кто-то будет гнаться. Определенно. Да, мать твою. Я думаю, что пора сваливать сейчас. Он бежит. Да, мать твою, он бежит. Сейчас он спокойно идет. А, нет, открывать. Конечно, в канализации было бы безопаснее, но... Ой. Твою мать, чувак, не смей! Фух. Надеюсь, что он не увидит меня, когда будет вставать, и не будет проверять эту... Не вовремя это начал делать. Отлично. Он пошел туда. А мне туда и нужно, то есть нужно его заманить. Да, я понял, как нужно делать. Эй, парень! Беги сюда. Пойдем со мной. Делаем так, дорогие друзья. Пойдем, парень. Пойдем, пойдем. Ждем его. Ну давай же, сходи. Привет. Так, сваливаем в другую комнату. И так мы его обманем. Я надеюсь. Отлично, бежим. Вроде бы как все по плану идет. Он даже ничего не заметил. Так, закрываем. И перелазим. Отлично, эта вентиляционная система мне очень помогает в последнее время. Ой! Я не ожидал этого. Ладно, валим сюда. Все, даже гнаться от него не пришлось. Наверное, надеюсь, он дальше меня не будет преследовать. Сильность будет. Просто побежим вперед. Серьезно, я не хочу встретиться за двери, потому что там кто-то вылетел. Я даже не увидел скримера, но даже звук меня напугал. До высрачки. Везде игра пугает, во всех аспектах. Я и пытаюсь идти. А кто мне сказал? Радио? Или телефон? Потому что я слышу будки. О, господи, так как мне надо будет выключить систему, мне, скорее всего, надо будет туда вернуться, а это очень печально. Вернуться, то есть обратно, и пройти через эту вентиляцию. Или мне не надо будет выключить газ. Ну, по задаче, по идее, надо. А нет, я по ту сторону. Или нет? Видимо, по ту. А вот здесь, наверное, и выключается, собственно, газ. Нет? Ну, по крайней мере, так как меня сохранило, я думаю, что я на правильном пути. И вроде этот парень позади, который режет. Хотя, знаете, я не особо уверен. Эх, останки говорят об обратном. Ой, мать твою. Ненавижу его. Твою мать! Как я... О, блин, сваливаем. Где здесь двери? Хочу их закрыть. Он близко, я слышу его. Открываем дверь и шкафчик.
Я думаю, не видел, я думаю, не видел. Я, мать его, надеюсь, что он не видел. Прошу тебя. Так, вроде бы не знает. Только не мой, только не... Отлично. Я в безопасности. Пока что. Хорошо, что я не в том ящике. В шкафчике, точнее. Уходи, парень. Просто уходи. А теперь мне нужно понять, как его обмануть. Немножечко подожду, чтобы он подальше ушел. Ой, мать твою, он все увидел. Что же мне делать теперь? Блин, я же говорил. Почему я такой нетерпеливый? А ведь он откроет. Он уже открыл. Можно его как-нибудь... Да не нахер, отлично, мы его обманули. Ну, точнее, не совсем обманули. Но он позади. И это главное. Но я слышал его. Очень хорошо слышал. Куда бежать, бежать, куда? Закрывается, не закрывается. Бежим, убивайся. Убивай на все. Даже не буду ящик завалить. Шкафчик. Не могу запомнить. Здесь некуда идти. Здесь нельзя идти. Надо было в ящик. О, мать твою. Чувак, да как? Кто знал, что дверь закрыта? Ну, хвалим, совсем плохо. Совсем все плохо. Надо его как-то сейчас обмануть, за это здесь должен быть ящик. Шкафчик. Со мной что-то не так сегодня, определенно. То есть мы бежим назад, это неправильно, определенно. Если мы запрыгнем сюда, короче, ой. Теперь мы сможем, я думаю, прибежать к ящику и спрятаться с него так, чтобы он не заметил. Так, где ящик? Где ящик? Здесь? Да, да, здесь. О, нет, он видел. Да что ж мне с тобой делать-то? Куда мне вообще стоит бежать? Так, а что у нас здесь? Ага, на это запрыгнуть можно. Круто. Ладно, продолжим свои поиски. Я с тем парнем набегался уже. Так, что, открываем дверки? Ого, тут какой-то комплекс научный. Всякие научные штучки. И здесь, я так полагаю, хоть где-нибудь-то можно выключить газ. Снова тупик, закрытая дверька. Ничего из компьютеров вроде не работает. Здесь та же аппаратура, что и в той комнате. Что же делать тогда? Здесь уж, дорогие друзья, совсем маленькая территория. А, видите? Круто. И что мне, типа, обратно теперь валить или что? И как мне добраться? А, все, отлично. Я надеюсь, что все отлично, с тем парнем мы снова не встретимся. Потому что он уже начинает очень сильно уж пугать своей мизбилой. Очень скучно меня. Не обратно ли мы пришли? Да, твою мать, еще как обратно. Теперь нужно валить. Открывай дверь. Отлично. Только это, я надеюсь, не откроется. Я надеюсь. Я думаю, он не войдет. Подожди, так я обратно побежал. Круто, я думал, типа, я прибежал в другую сторону. Так, я так полагаю, сейчас нужно бежать в одно место. Там, типа, такие же дверки. А нет, нужно, я думаю, сюда бежать. Я надеюсь, что я прав. Да, открыто. Замечательно. Я, правда говоря, в другое думал место. Раз тут открыто, это еще лучше. Парень позади. Здесь очень много трупов. Очень много. Не хочу стать одним из них.
Не вернулись ли мы обратно? Тот самый... Да, тот самый парень. Так, нам куда идти, да, сука? У меня постоянно, дорогие друзья, слово «куда идти», когда я играю в Outlast, звучит. Я думаю, что мы совсем скоро вернемся к тому, куда пришли. К тому парню, который задохнулся из-за газа. Ну, я бы точно уж не успел ни с каких сил прибежать, там, отключить газ. Это было просто невозможно, я на это потратил минут 20, наверное. Скелет. Ничего себе, он меня немножечко напугал. Тупик. Я так полагаю, да, мы подбираемся уже к этой газовой камере, так сказать. Так сказать, у меня слово «паразит» теперь. Здесь мы были. Ну, дорогие друзья, думаю, на этом и можно и закончить вторую серию. Мне очень понравилась. Третья серия обязательно и скоро будет. Ставьте лайки, подписывайтесь, ну, пишите свои комментарии. С вами был Андрей Никель и... Всем пока!